как раз решаем вопрос о тебе. Ты видел сообщение? Ну, они звонили, короче, этому какому-то там твоему и тому самому, а ему сказали, что ты нам давай кого-то другого взамен, тогда мы его отпустим. Понял? Теперь же, что вот сейчас мы как раз Лёва с ним разговаривает, а я с тобой. У тебя же это, гепатит С, вот. Ты когда подписывал и все это, ты кому-то говорил об этом? У тебя никто ничего не спрашивал, и больничку ты не проходил. Вот, это хорошо. Теперь попытаемся как-то по-другому. Единственное, мне нужно, чтобы ты где-то в Телеграме написал, а потом удалил. А где ты находишься? Точно местоположение. Чтобы можно было приехать. Понял? Чтобы приехать тебя забрать. Надо понимать, где ты находишься. Смотри, сначала хотели сделать так, чтобы тебя отпустили. Но они сказали, не знаю, кто там написал, что спрашивал, кто-то сказал. Мы его отпустим, если вы нам взамен кого-то пришлете. Другого бойца. Понял? На другого бойца кто пришлет? Никто не пришлет, естественно. Теперь будем пробовать через больницу. Через гепатит С, он сказал, его быстро вытащу. С этой болезнью ты вообще не должен служить. В общем, скажем так. Ключ запомнила, что это. Ну, это какое направление? Хоть майорское или что это? А, все, я поняла. Это все, что ты знаешь, да? А ключ это что? Месторасположение так называется или что это?